Врач рассказал, как питаться в период вспышки гриппа. Какие продукты лучше употреблять в период обострения гриппа и действительно ли полезен чеснок, рассказал врач-эксперт по общественному здоровью Ото Стойко. Рациональное питание и здоровый сон – это то, что поддерживает общий иммунитет и уменьшает вероятность заболевания. Это не только о чесноке, рассказал врач. Он отметил, что какой-то отдельный продукт не может предупредить заболевание или вылечить, однако здоровое питание может повлиять на состояние здоровья. Врач предлагает питаться по принципу тарелки здорового питания, где половина продуктов – это овощи, фрукты и ягоды. В ягодах много полезных микроэлементов, витаминов, антиоксидантов. Никто не выделит суперпродукт. Говорят, пейте шиповник. Не только витамин С нужен, и в шиповнике его не самое большее количество. То есть общая тенденция – это увеличение овощей и фруктов. Среди овощей – различные виды капусты, зелени. Отдельно стоят ягоды, дикорастущие, которые очень полезны, подчеркнул эксперт. Кроме пищи в период гриппа стоит также следить за употреблением жидкости. Так, зимой лучше употреблять горячие напитки, ведь горячий чай или кофе активизируют обмен веществ и не дают замерзнуть. Как не дают замерзнуть и острые специи. Острые специи добавляют тепла, как и калорийная пища. Вегетарианцы могут больше мерзнуть, отметил врач. Эксперт напомнил, что кроме питания важно также поддерживать гигиену рук и рта, проветривать помещение и делать влажную уборку. Стараться меньше курить, ведь курение сушит слизистую оболочку, как и нагретое помещение зимой. Важна влажность воздуха, ведь если слизистая оболочка сухая, то на нее вирус садится.